Всем привет, ребят. Так, расскажу немножко про то, что у меня поменялось и как вообще обстоят дела. Давно я не выходил с вами на связь. В общем, вот моя рассада. Она еще не вся готовая. Сейчас как раз готовлю грядки под нее. Так, теперь пойдемте на грядочки. Значит, тут я уже подосаживал. Вот я досаживал с рассады. Уже какой кустик. Вот, в общем, я досаживаю. У меня было расстояние 40 сантиметров между кустиками. Теперь получилось по 20. Я попосаживал, получается, через 20 сантиметров. Вот рассада, в принципе, приживается. Старый листик потом уберем. И все будет нормально. Вот так мы сделали 8 грядок. Тут я пока не подсаживал, может быть, усами просто повторкаю туда, сделаю отверстие и просто ус сюда положу. Но это по свободе. Сейчас у меня более важная задача есть — сделать бугры. В общем, тут мы повысаживали уже все. Ну и вот одна грядочка осталась еще досадить. Уже отверстие сделали. Пока вместо рассады у меня не хватает даже для себя. Так, это что по поводу флёра. Это все флёр. Да. Ну, теперь делаю вот новые грядки. Высота у меня тут 40 сантиметров. Ну, когда прикопаю пленку, будет где-то 35-30. Длина 17 метров. Делаю междурядья 40 сантиметров, бугор 50 сантиметров. Знаю, что междурядья очень мало. Ну, планирую, может быть, получится поставить балаган. Получится 4 грядки, около 4 метров, в общем. Вот, 10 грядок тут будет. Так что, ребят, подписываемся на канал, следим и учимся вместе. Делитесь своим мнением и опытом.